Приветствую всех! Сегодня я расскажу, как выполнял достижение «Мастер по обедам» в PUBG Mobile. Начнем с условия. На ранге платина и выше в соло убить последнего игрока и занять топ-1 из различного вида оружия. В PUBG я вернулся спустя 2 года, и на тот момент у меня были выполнены киллы с СШВ, ПП и пулемета. И казалось бы, закрыть остальные пункты не так сложно. Но как я тогда ошибся? Карту я выбрал Нуса, так как она маленькая и на нее были надежды выполнить пункт с арбалетом, так как на этой карте он спавнится чаще всего. До достижения выиграть 50 каток на Нусе у меня не выполнено, поэтому выполнять на этой карте для меня вдвойне выгоднее. Выполнял я пункты от легкого к сложному, или в зависимости от ситуации и того оружия, которое я смог найти. Первое, что я смог выполнить, это снайперские винтовки. В начале катки нашел коряк, а в конце против меня попался не очень скилловый игрок, благодаря чему этот пункт был закрыт. Спустя еще несколько каток закрыл дробовик. Чел лежал в кусту и меня даже не видел. Дробовик легче всего закрыть на ливике, так как на этой карте имеется отличнейший автоматический дробовик. Но подойдет также ДБС или Сайга, так как кроме нее ничего другого я не нашел. Мои надежды касаемо арбалета оправдались, и я закрыл его с первого раза на оставшемся последнем боте. Холодное оружие также далось на удивление с первой попытки. Закрыл игрока, а так как гранат я не налутал последний килл, решил сделать сковородкой. Пункт с транспортом я хотел оставить напоследок и выполнять на Эрангеле, так как Нуса слишком холмистая и передвигаться на машине достаточно трудно. Закрыв последнего игрока, нашел УАЗик и подумал, а почему бы и не попробовать, и выполнил этот пункт, после чего осталось только выполнить килл с пистолета и гранаты. Из пистолета нашел только револьвер, но это не помешало мне выполнить последний килл на боте, но лучше бы я тогда убил его с гранаты. Пункт наметательное, а это гранаты или молотов, оказался самый трудный для меня. И с этого все и началось. То противник был слишком далеко и ничего не долетало, то они заканчивались, или меня постоянно убивали, либо последние игроки просто умирали от зоны. При этом, если вы убьете игрока с гранаты, а последний откинется от зоны, то ничего вам не засчитает. Нужно, чтобы последний удар нанесли именно вы. Поэтому намучился я знатно с этим пунктом. И когда, казалось бы, можно было закрыть с гранаты, чел апал пацифиста, а я знаю, что это за боль, самому предстоит выполнить. Приходилось отдавать. Пытался выполнить каток, наверное, 20, пока не увидел его. Кинул гранаты, не убило, нужно было сближаться. А из-за их огромного урона сделать это не так просто. Но повезло, что была перезарядка, и я смог убить его с 10 хп. На самом деле могу сказать, что достижение довольно легкое. На платине и на алмазе в соло режиме довольно много слабых игроков и новичков. Выполнить его не составит труда. Спасибо за просмотр, встретимся на просторах Эрангеля. До встречи!